Всем привет! Передали мне вот такой нож. Нужно сделать полировку и заточку данного ножа. По внешнему виду и по форме клинка нож охотничий. Изготовлен он был во времена советов. Но по всей видимости изготовление не заводское, а это ручная работа. Так как нету клейма завода и подгонка деталей не совсем заводская. Также у меня есть подозрение, что он сделан руками ЗК в местах не столь отдаленных. Накладки на рукоятке из текстолита и алюминия. Толщина металла на рукоятке намного толще, чем толщина самого клинка. На клинке с обоих сторон есть канавка под кровосток. Обух имеет сужение. При желании его можно заточить и получится еще одна режущая кромка вверху клинка. Сталь клинка нержавеющая. На самом клинке виднеются следы после неправильной заточки, которые нам и нужно убрать. На рукоятке имеется какой-то выступ непонятного предназначения. Также есть экстрактор для гильз. Давайте проверим, для какого он калибра. Сейчас возьмем гильзу 12 калибра и посмотрим, подходит ли она под этот экстрактор. Как можем видеть, гильза чуть больше, чем сам экстрактор, потому это, наверное, 16 или 20 калибр. Итак, давайте приступим, сделаем полировку, заточку клинка, посмотрим на его внешний вид после этого. На этом этапе работа с ножом закончена, сделал полировку, заточку клинка, отполировал металлические части на рукоятке, нож сверкает почти как новый. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик и смотреть другие мои видео. Всем спасибо за просмотр, увидимся, всем пока!